Дейч бурэшер шьез. Вожмада вылюрок ёсты. Мон ношик теледын. Ойдолы удмурткэлэс дэшэтом. Этот курс рассчитан для тех, кто уже посмотрел первый сезон видеокурсов удмуртского языка. Если вы это еще не сделали, пройдите по ссылке в описании, посмотрите 10 уроков и возвращайтесь к этому. Артём, бирал да коня лидыр? Али, щежимно джины. Ой, беру мешкой нюк. Качедры тыщко, Тон Антон. Мы нам концерта джоген, репетицию сынунал бдеветочко. Моны концертат атёда? Лыхты водной. Но шку солуоз? Солуоз, качеды гетти кварту лэже. Со удмурт арнялы. Одно и клыкто. Тужу мой. Вожды сын ваеш ёс, берлоге с верачком. Но шалим, ойдалы верачком, дыр щарыщ. Солыщ дунуэс макивань меда. Давайте познакомимся с наречиями со значением времени, которые мы используем чаще всего. Али – сейчас. Ажло – раньше. Берло – потом позже. Тунне – сегодня. Толон – вчера. Валлян – позавчера. Чукаже – завтра. Чукаже улыса, послезавтра, клемарняе, на прошлой неделе, таязарнее, на этой неделе, вонуарнее, на следующей неделе, мим, клемарен, в прошлом году, туэ, таязарен, в этом году, кайта, вонуарен, в следующем году. Мартон чукна карешкот, чукнамон пуненым порьячко, мартон нунаже карешкот, но на жемон школа нужачко. Мартон джитаже карешкот. Джитажемон эшьё сыным помешкишко. Мартон уин карешкот. Уинмон ижишко. Вордишкон, пукщон, вирнунал, покчарня, удмуртарня, кэснунал, арнянунал. Это название дней недели. Когда мы используем их в речи, указывая на то, когда было совершено действие, мы добавляем к этим существительным суффикс «э» – «е». После согласных используем «э», а после гласных «е». Вордичконемон школаемынычко. Арнянунале мон уг ужачки. Арнянунале мон киноемынычко. Ой, маким кежит тунне. Гужемез божимаса черты кучелызени. Но шмон гужемез угьяратышки, укыр пэш. Мэнэм толал тэ кельше. Но шмэнэм кельше тулыс. Соку ин куашкать улдже. Но шуну дзоруши. Но ж сижил яратынит? Сижил трос зорэки, но... Алама шурэс ёс, но... Сомэнэм кельше аслас зарней дыр ёсынис. Удмурти мы, котьку на чебер. О-о. Ы-ы. Бен. Бон. О-о и э-э, бен и бон. Это диалектные варианты частицы «да» в удмуртском языке. В удмуртском языке существует несколько диалектов. В южных районах говорят на южном, в северных – на северном. Существуют также срединные говоры. Закамские удмурты, живущие в Башкортостане и Татарстане, говорят на периферийно-южном диалекте. Даже в соседних деревнях люди могут говорить на разных говорах. Например, слово «урам» – тюркское заимствование, и оно используется в южных диалектах. Слово «ульча», образованное от русского слова «улица», используется в северных районах. Иногда в разных диалектах одни и те же слова произносятся по-разному. Северные удмурты порой с трудом понимают речь башкирских удмуртов. Существуют и другие различия. Например, слово «кашкиманы». В литературном языке оно означает «бояться», а в периферийно-южном диалекте означает «скучать». Интересный факт. Слово «божья коровка» имеет более 130 диалектных вариантов. Например, «зоркибы», «зорпапа», «лобы», «зоронлобы» и другие. Не все эти слова входят в литературный язык. Тем не менее, каждый диалект прекрасен и делает удмуртский язык еще богаче.
Если вы хотите узнать больше о диалектах удмуртского языка, посмотрите видеолекцию на удмуртском языке с русскими субтитрами. Ссылку вы найдете в описании. Тужусь только дяжкоттон Антон. Давай. Котырес табань, котырес перепечь. Маке шунертым кадюрашкишкот. Мы нам котыщу ма, суиник ерам перепечно табаньгине, нокин муне укщуды. Малай. Мон то дышко кинто не щудину богатос. Кин меда. Зацени табани. Зацени табани. Джоген вот то здорат, ческыт перепечь, табаньно мукечьон йон. Ческыт удмурчьон верьямет потеке, али и кважичка. Мабин ишьёс, тун непанна урок мы ел пумящкиз. Эн вунете, канал мы борды итишкыны. Джечлое.